Дорогие наши выпускники, сегодня в университете МГИМО и Международном институте энергетической политики и дипломатии очень торжественный и знаменательный день. Дипломы выпускников получают бакалавры. Я хотел бы поздравить всех выпускников университета МГИМО. С особой гордостью и радостью я хотел бы поздравить выпускников Международного института энергетической политики и дипломатии. Вы наш лучший юбилейный выпуск. Как вы знаете, в этом году МИЭП отмечает свой 20-летний юбилей. Руководство МИЭП и кафедры, ваши профессора, кураторы, все мы сегодня чувствуем гордость за наших выпускников, за ваши достижения, за ваши прекрасные выпускные квалификационные работы, за ваши оценки. Мы гордимся тем, что МИЭП МГИМО дал возможность вам проявить свои самые лучшие качества – целеустремленность, усердие, ответственность, стремление к самым высоким результатам. Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО пользуется заслуженным авторитетом в ключевых международных организациях, российских государственных структурах самого высокого уровня, в деловом, научном и образовательном сообществе. Все это для нас, руководство, преподавателей, студентов и выпускников, большая честь, но и большая ответственность. Уверен, что вы уже по собственному опыту знаете, что МИЭП открывает перед своими студентами и магистрантами огромные возможности. В этом нам помогает тесное взаимодействие с Министерством иностранных дел и Министерством энергетики, Министерством экономического развития и Министерством промышленности и торговли, а также стратегическое партнерство с нашими крупнейшими корпорациями, такими как Роснефть, Норильский никель, Транснефть и Газпромбанк. Они открыли в МИЭП МГИМО свои базовые кафедры, поддерживают наши образовательные программы, учреждают гранты и стипендии, успешно готовят в МИЭП кадры для своих международных проектов. Мир сейчас стремительно меняется. Активно развивается цифровая экономика. В глобальном масштабе внедряются самые фантастические инновации. И все это самым непосредственным образом влияет на международные отношения, на энергетическую дипломатию и геополитику, на все те направления, которые вы изучали в годы учебы в МИЭП МГИМО. Это открывает перед вами, нашими выпускниками, невероятные перспективы. Конечно, нас всех охватывает сегодня и грусть, что один из лучших выпусков МИЭП МГИМО, вы, наши умные, талантливые студенты, покидаете стены института. Радует, что большинство из вас продолжит обучение по международным магистерским программам, которые МИЭП реализует совместно с ведущими университетами Германии, Великобритании, Италии и Норвегии. А также вы активно, значит, по крайней мере на сегодня, подали заявление на наши практикоориентированные магистерские программы совместно с компаниями Роснефть, Транснефть, с ведущими угольными компаниями, а также с Газпромбанком. Убежден, что знания, которые вы здесь получили, профессиональные компетенции, практикоориентированная и языковая подготовка, все это обеспечит вам значительные успехи в жизни и развитии вашей карьеры. Подчеркну, что все 75 лет своей работы МГИМО готовит государственников, людей, которые думают в первую очередь о своей стране. Уверен, что свои способности и те знания, которые вам дал МИЭП МГИМО, вы сможете с успехом применить на благо России. Дорогие наши выпускники, сердечно поздравляю вас и желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия. Доброго вам пути!